Распоряжение президента Азербайджана о дополнительных мерах по усовершенствованию системы стипендий в вузах создаст стимул для улучшения академических показателей студентов. Об этом заявил министр образования страны Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной распоряжению главы государства. Стипендии студентов, обучающихся на различных ступенях образования, будут повышены в размере от 14 до 25%. По предварительным подсчетам, на повышение студенческих стипендий из госбюджета планируется выделить дополнительно 25 миллионов манатов, отметил министр. Стипендии более 110 тысяч студентов повысится в среднем на 20%. С 1 марта планируется довести количество стипендиальных мест, финансируемых за счет государства, на 16 тысяч единиц и увеличить количество получающих стипендию студентов с нынешних 31% до 45% в 2019-2020 учебном году и не менее 50% в 2020-2021 учебном году. Распоряжением количества стипендиальных мест, финансируемых за счет государства, государство на основе успешных показателей вырастет с 1 марта на 30%. Министр образования отметил, что данные реформы положительно отразятся на подготовке высокоспециализированных профессиональных кадров в стране, а также создадут дополнительные возможности для получения более высоких показателей успеваемости студентов. В этих целях планируется также увеличить количество мест в вузах по госзаказу. Соответствующий документ на 2019-2020 учебный год был уже представлен в Кабинет министров. Он находится на стадии подтверждения, отметил Джейхун Байрамов. В 2019-2020 учебном году планируется увеличить число мест по госзаказу до 20 500. Это означает, что число студентов, обучающихся на государственной основе, увеличится по сравнению с прошлым годом более чем на 65%. В 2018-2019 учебном году было 12 324 места по госзаказу. Если говорить только о прогнозируемых местах на очередной год, места по госзаказу определены в объеме 42% от общего числа. Для сравнения добавлю, что в текущем году это число составляло 27%. Данная положительная тенденция продолжится и в будущие годы. Целью является предоставление и расширение возможностей высшего образования для молодежи в различных областях за счет государственных средств. В 2019-2020 учебном году в Азербайджане будет также создана эффективная студенческая кредитная система. Подобные решения улучшат социальное благосостояние студентов. Я получаю обычную стипендию. Раньше она составляла 59 манатов. Сейчас ее подняли на 15-20 манатов. И теперь мы получаем до 75 манатов. Конечно, это не может не радовать студентов. На эту стипендию мы можем приобрести определенные пособия, а также записаться на курсы языков. Повышение стипендий в первую очередь материально поможет студентам, которые приезжают в столицу из отдаленных регионов страны. Многие из них проживают в общежитиях. Это стало для них в какой-то мере поддержкой. По мнению экспертов, проводимые реформы являются также важным шагом в процессе подготовки образованной молодежи. По последней статистике, в Азербайджане число лиц, получающих высшее образование, стремительно растет. Каждый год все больше людей получают образование на бесплатной основе. В нулевых годах в вузах было крайне мало мест по госзаказу, а выплачиваемая стипендия была недостаточной для повседневных затрат. Поэтому данное решение главы государства можно считать серьезным шагом, нацеленным на улучшение благосостояния студентов. Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по усовершенствованию системы стипендий в вузах. Согласно распоряжению, с 1 марта 2019 года в вузах количество стипендиальных мест, финансируемых за счет государства на основании показателя успеваемости, увеличится на 16 тысяч единиц. Гюльзар Мустафаева, Шамистан Мамедов, Ильким Мехтиев, CBC.